Коза? Коза и лейка. Стой, дурная. Стой. Господи. О, вообще класс. Как же тебя отсюда достать, дурная? Давай. Чуть-чуть. Все в порядке? Ну, вроде да, ходит. Аж в сарай сама зашла. Ой, у нас тут ласточки. Я зашла, сразу начали ругаться. Что зашла? Много их, столько летает в сарай у нас. Что ты? Покажись. Они вот, говорю, дикие. И хрен подойдет. Иди сюда. Ну, если ходит нормально, я думаю, все. Стресс, конечно, получила. Морда в лейке. Ну, так, вроде нормально. Да ж надо было додуматься. В лейку засунуть. Стоит рядом таз. Огромный таз с водой. Нет, надо было залезть в лейку. Лоя, а ты что не полезла? Что смотришь? Что? Получила неизведанные ощущения? Коза.